Арктика, миссия добра, историко-культурная экспедиция с таким названием стартует завтра в столице округа. 8 участников пройдут по следам художника Александра Борисова, который осваивал Заполярье на исходе 19 века. В следующем году живописец отметит 150-летний юбилей. Все участники – бывалые путешественники, краевед, географ, техник, эксперты в вопросах развития Арктики, а также ненецкий шаман и незаменимый помощник человека – собака. Проект реализуется при поддержке ненецкого отделения Русского географического общества. Проект, надеюсь, что он имеет перспективу на следующие годы, на последующие годы. Это сбор материала, это разработка маршрута вот этого туристического, да, сбор материала для того, чтобы в дальнейшем была возможность организовать всевозможные выставки. Вот. Ну и хочется сказать, что это, наверное, первый такой масштабный проект отделения географического общества на территории региона. Экспедиция планирует за 14 дней пройти 1400 километров, из которых 230 километров по льду Баренцева моря.